Сейчас будет анбоксинг. Мы с Катей заказали себе жилетки. Ждали их, я не знаю сколько, больше 3 недель. Ненавижу онлайн-шоппинг из-за того, что их нужно ждать. А, она прям уже так. А как она буквально? Коробки должна была привезти? Да. Боже, как я ее ждала. Она здесь, я не верю просто. У меня такая же. Главное, талон не выкинуть случайно. Эта жилетка, это лучшее вообще, что случалось в моей жизни. Все смотрят эту жилетку и завидуют. Сюда у нас эта жилетка. Очень прикольно, кстати, с этим шляпом. Покрутись. Да, она же оверсайз и одна на всех. Она классная, наверное, да? Да. Я не вижу себя, но мне нравится. Я теперь хочу твой костюм и этот свитер. Костюмчик? Да. Ой, да, она классная. Давай я сниму на видео на телефоне, и ты посмотришь. У меня есть кусачки, но как бы они не помогут. Так, значит, стоило 29 евро, размер 1М. Да, мы заказывали через Байера, водоотталкивающая, потому что ее не было ни в Украине, в принципе, нигде. Мы ее нашли в Португалии. Ты ее хрен оторвешь? О. Успех. Ты же готова так идти? Да. Новые жилеточки. У нее, видите, какие рукава такие, как квадратные немножко. Она у нас была, я увидела ее у нас, и она оставалась там что-то типа пару штук на Крещатике. Идем? Да, мне надо бы покрасить прическу. А тебе написали комментарий, какая Катя красивая. Мы приехали в ЦУМ, кстати. Я когда была в Пасо, у них тоже есть эти сумки, только большие. И она мне так понравилась, она так потрогала, она такая приятная. Ну не знаю, но мне кажется, как будто уставшая. Уставшая? Жила 20 лет. 14 тысяч гривен стоит. И она магнитная. Ну я как бы не модник, но это Марк Джейкобс. А я как сказала? Что? А я как сказала? Я неправильно сказала? Нет, все правильно сказала, просто я говорю, что это... Вот это, смотри, классно. Тебе ее скидывала, помнишь? Да. Такая модная сейчас. Как Гуччи ты меря. Чем-то похож. И тоже с маленьким пошет таким. А? С маленьким карманчиком. Да, да, да. Как тебе? У меня, кстати, со скидкой вроде, нет? Да. Со скидкой стоит 13-400 гривен. Это кожа. Нам понравилась вот такая. У нас сейчас по скидке стоит 11-450. Сейчас ее... Как вам такая сумочка? Просто у нее, знаешь что, вот для меня, у нее свет, цвет какой-то розоватый, правда? Есть что-то вот розовое в ней. Надо, кстати, померить ее с куницей, чтобы понять, что такое цвет. С куницей. Нет, не миллион, она служит долго. Мне все больше 10 лет. Я, кстати, свои шубы попродавала, у меня осталась только лама. Ну, красивая сумочка, мне нравится, в принципе. И вот эти мне. Кать, мне так вот эти нравятся. Я не знаю чего, но вообще... То есть они супер яркие. Цвет вообще обалденный просто. Посмотри, такие кедики под ней. Мне эти нравятся больше. Но они очень похожи на этих... Маквины? Да, мне поэтому не нравятся. Угу. Типа как... Ну, по сути, это на самом деле обычные, типа как... Еще в Адидасе эти, как они называются, эта модель. Суперстары. Суперстары, да. Сколько стоит это? Поможешь мне? 7000 гривен. Ну, 7. Да. 700. И маленькие сумочки у них по 4 с чем-то. Да? Да. Сейчас поставлю эту. 4... А ну, давай покажем мне. 4950. 4950. Они дорого смотрятся. Я не знаю почему, но прям типа мне очень стильно. Вот больше нравится. Да? Она дороже смотрится. А мне вот такая. Мне нравится, что спичка. Ну как хорошо, когда с подружкой разные вкусы. Да. Ну тепло, да. И на последние сумки. И на что? На последние сумки. Вот это очень красивая. Она похожа на Селин. Но, блин,
Она очень темная для меня. Грамотно. 16.50. Темная, но она в одной цветовой гамме. Ну, теплая она. Очень красивая. Она реально очень дорого выглядит. Ну, как они не знаю вообще. Ну, у нас черный. Конечно, где? У меня реально очень много черных. Ну да. Она вот ты держишь их рядом, они прям похожи, супер похожи, поэтому. Так а 7000 гривен, ну чуть больше, конечно. Что-что? Еще раз? Альтернатива Прада. Ну да. Даже не Прада, а вот этот Louis Vuitton у них тоже такая, знаешь, малюсенькая. Все были, знаешь, лет так 20 назад. Не подкожаные штаны, черные. Это ну под спортик какой-то, да? Да. Ну это точно под спорт, под какие-то вот такие костюмы, как у тебя. Это... Угу. Мы пришли смотреть обувь с Катей. Смотрите, здесь в ЦУМе есть бренд Сары Джессики Паркер, актриса, которая в «Сексе город» сериале снималась. Тут такие лодочки, вдохновленные Манола Бланик брендом, которые она носила бесконечно в сериале. И вот такие мне понравились туфли принцессы. Я обожаю все сияющее. Корнер Версаче. Я этот бренд не особо понимаю, честно говоря. Слишком он такой сексуальный, слишком итальянский. Аквазура. У них тоже такое все очень нарочито. Катя, в твоем стиле. Нарочито сексуальная. Сколько они стоят? 18 350, я уже не выговариваю. Блин, я, кстати, знаешь, что не понимаю? Когда вот такие вот сапоги делают на меху внутри, полностью до колена мех. Ну, типа, ты что, на каблуках пойдешь куда-то в лес? Зачем туда столько меха? Ну, реально. Ну, в таких сапогах ходят в офис, я не знаю, куда-то. Или учительница в школу на работу. Ужасная модель, но это такое, это дело вкуса. А вот зачем мех туда пихать? Я не понимаю. Так, покажу. Ой, боже, как мне нравится эти Джимми Чу. Кать, ну это просто произведение искусства. Боже, какие они красивые, ребята. Они очень дорогие и очень красивые. Это Timberland в коллаборации с Джимми Чу. Стоит они около 40 тысяч гривен. Таких таких нет прийти? Куда-то? В таких? Угу. Я бы с удовольствием, мне очень нравится. А сколько они? 40 тысяч, где-то так. Ну да, да, дорого. Маломерит, кстати, этот бренд, поэтому если будете заказывать, то советую прям, особенно если лодочки, то спокойно берите на размер больше их. Вот в этих лодочках можно выходить замуж. Ну да, такие праздничные они. Я опять нашла сумку, чтобы складывать подарки от бывших. Давай. Это как и подарок. Подарки от бывших складывать, Катя говорит. А я бывших могу сюда складывать. Мечтает, мне кажется, каждая девушка. У них идеальная колодка, идеальная высота. Они очень мягкие. И цветы, стрейч... цвета. Что? Цветы, сказать. И у них классная стрейчевая кожа, что позволяет удобно двигаться. Угу. Самая базовая модель, которая вообще будет подходить под любой наряд. За счет тоненькой кожи их можно носить и прям теплой весной, и зимой с теплой кожей. Комфорт. Давай цены скажем. Главное, чтобы на минус первый не упало. Ну что, сколько они?
21 455 гривен со скидкой были 30 650. На каблуках, да? Вот эти 21 450. Её она не фокусируется? Ну, не обязательно. Главное, что я озвучила, я напишу. Угу. На сайте? Да. А почему она так? Да. Тоже 21. Они все вот 21. Да. А на сайте не по 15. Что, 15? На сайте все. Я же смотрела. Мне нужны на низком ходу. Как они блестят. Да, я знаю, да, да, они блестят. Взяла померить такие Стюарт Вайтсман. 19 тысяч они стоят. Это шикарный просто мех, такой мягенький. Вообще обалденный, но нет моего размера. Слушай, я ботфорты сейчас не смогу, это мне в примерочную надо будет брать. У них колодка идеальная вообще, они такие красивые. Си Бальбовые, это те, которых я тебе показывала. В Цуме, кстати, периодически появляется большой выбор Golden Goose'ов. Мне так нравится этот бренд. Катя говорит, ей вообще не нравится. А мне безумно. И ценник у них сейчас. 14 350. Черное мне не нравится. А я хотела очень померить вот эти. Катя. Смотри, какая дискотека. А покажи подписчикам, которые... Я Кате скидываю вот эти кроссовки, она говорит, дичь. Говорит, но я себе купила похожее, сейчас она вам покажет. Вот это, вот запомните, вот это дичь. Паркс? Да. Да. Это джинсики под обычную майку. Да, да, да. Очень скромно так. А, мы будем вместе с этим смотреться. Майли Сайрус. Да. Breaking Ball. Так, я хотела померить еще кроссовочки. Беха. Вот они. Вот они, Беха. Пишется вот так. А Катя говорит, что по-испански читается как Беха. Напишите. Может читать. Может быть. Потому что еще Вехо есть, типа старый, Вехо. Он через Б читается. А Бамус, который тоже пишется через В, читается как Бамус. Бамус, и пишется Бамус, ну да. Симпатичные. Они стоят около 4000 гривен, эти кроссовки. В Европе они по 100 евро где-то. Ну, на скидке можно у нас хорошо, по хорошей цене взять. Красиво, да. Они стильные очень. Очень. И они пиздец удобные должны быть. Да. Сколько они? 12. Офигенно. Я буду знать, что это. Я взяла померить Golden Goose. Стоят они 14 450 гривен или 350. Вот так они выглядят. Давайте я замочек сделаю. Оу, yeah. Какие блестящие. Какие они красивые. Грязненькие такие. Я не знаю, если с короткими джинсами. На темный носок. It's snow. Катя там какие-то тоже все кроссовки выбрала. U3. Я говорю, Катя своему парню пишет, бабки кидай на карту. Подписчики, как вам такие? А сколько они стоят? 12 тысяч, да? Мне вот эти нравятся. Батя? Ну, папа. А. Папочка своего. В общем, померила эти ботфорты. На мне сейчас 41. Они такие великоваты, но по ножке хорошо сидят. Не подходят мне по стопе, они великоваты на меня. Вот, такую юбочку взяла померить и свитерочек. Короче, ребята, я не знаю, сколько мы там наснимали на влог, насколько контента будет на полноценный влог. Но... Сейчас узнаем, сколько мы настояли на паркинге. Да, сейчас узнаем, сколько бабок за паркинг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. На Катю можете подписаться, я ее вам тоже отмечу.
короче. Мы сейчас едем кушать. Опа. Такие люблю места, там, где нет людей. Настоящий социопат.